Здравствуйте, это канал Максимадзе, это снова модный по Майнкрафту. Короче, Андрей у нас тут охренел, он решил возле моего дома выращивать кактусы. Слышишь, что, охренел, блин? Я хотел подойти ударить тебя, а ты кактусы поставил меня. Это моя территория вообще. Ты что, как ты зачем кактусы тут выращиваешь? Ты что, вообще обалдел? У тебя вообще есть свой территория. Дом, там выращивай. Я говорю, общая территория, общие кактусы. У меня вот перед моим домом все стоит. Значит, это не общая территория. Так, тебе жалко? Короче, завтра, чтобы все это убрал, понял меня? Да завтра оно уберется, наверное. Так, ладно, дальше идем. Кстати, есть. Я карту раздобыл. Ну-ка. Встанем в середину и откроем ее. Так, здесь мой дом. Это дом Андрея, который строить и строить еще. А это огромная хренатень. Это карьер. Хренатень, нормально так сказал. Надо только, блин, может быть, склад перестроить, перенести его. Да, по-моему, да, нормально, по-моему, смотрится. Че, да нет, так? Ты сюда куда-нибудь хочу его потом перенести, потому что он что-то занимает место. Он близко к моему дому находится, и ни туда, ни сюда не может. А твои кактусы получается близко к моему дому еще находятся, тебя это не волнует. А вот склад твоего дома тебя волнует. Тут пойти-то можно спокойненько. Так. С зелеными красителями вопрос решен. О, ровно. Так, далее идем. 33 факела, окей. Бумага, не знаю. Ну, пусть будет тут бумага. А бумага это деньги. Так, где темный дуб? Темный дуб. Нашел. О, в прикольном месте мы живем, оказывается. Куда поставить? Тут жратва нужна срочно. А картины я же раздобыл, надо повешать куда-то картины. Ой, нет, слишком огромная. Нет, тоже огромная. Огромная, 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 огромная. Надо блоки ставить сверху. Нет, нет, нет. О, вот это нравится мне. А мне же нечем ломать, у меня нет кирки. Надо сделать кирку. Берем железо и делаем. О, я знаю, что сейчас буду делать. Да ну, и что же? Надо дерево вырастить немножко мне. Только не перед моим домом, пожалуйста. На крыше, ладно, согласен. А там места для дерева-то нету. На крыше. Ну, знаешь, ты в прошлый раз не спрашивал, когда ты на доме выращивал дерево. Этот дом-то общий наш был. Вообще, кстати, я изначально планировал в этом доме второй этаж сделать. Но после того, как ты сказал, что будешь его сносить, то передумал, смысл да? его делать было уже. А у меня костей много, надо костную муку использовать. О, сделай. У меня больше стака, короче, ее теперь. Сделаешь, ладно. Да уже сделал. А чё она не используется? Чё она не действует? На кактусах она не работает. Я не кактусы, я картошку свою. Она не работает что-то. Ой, это что такое? А, это вкусно. Короче, что-то не работает и не растет ничего. Ага, у меня растет все, смотри. Картошка не растет. Картошка не растет, дерево растет. Неужели сезон какой-то опять пошел? Ой, твою ж налево, и я трава выросла. Я по земле случайно тыкнул, и выросла трава. И с ромашкой. Значит, все растет. А картошка не растет. Блин, надо дособрать. Все, дособрали. Так что, темный дуб есть, все красиво. Какая беда, а? Еды нету совсем опять. Еды опять нету, эх ты, бедняжка. Ну. А у меня есть. Короче, только голоду, главное, не опухни. Надо вот что поделать, надо. Блин, опять топор кончился. Что ж ты будешь делать, да, с ним? Надо поубивать мобов сначала, чтобы раздобыть из них, чтобы из них еды раздобыть. Я этим займусь сейчас. В нынешнем. Так, мы серию пишем, нет, я что-то забыл. Пишем, конечно. Андрей Забывака.
Такое бывает. Так, карьеры я буду вписывать вот сюда. Ох, какие у тебя там планы. Грандиозные, я бы сказал. Да. Гнилая площадь, тут, видимо, зомби умирал. Мучительной смертью. Так, паук, не будем трогать паука. А, да подумаешь, один раз не больно. А что тут зомби делает? Да хрен с ним. Мне нужны, мне животные нужны, мне нужна еда. Надо же выживать, как-то придется убивать. Надо животных разводить, я тебе больше хочу сказать. Да, но они не будут давать еду. Если их разводить именно. Но разве что шерсть могут давать. Потом, так а потом их что, кто мешает их немножечко подрезать популяцию? Гринписа здесь нет, не переживайте так. У меня есть мысль, я хочу из... Да, в реальной жизни... Я в реальной жизни Гринписа. Раз, два, три. Угу. А здесь нет. Здесь, что делать? Надо же еду где-то добывать. Вот и приходится. Так, раз, два, три. Нет, по два сделаю под сундуки. Сразу спрошу там под сундуки. Да ладно, еще чуть-чуть увеличу. Все, балдеж. Теперь сюда. А, просчитался на один блок. Ну чё ж, ну что ж, я тебя поздравляю. Просчёт-то наше всё. Так, наступает ночь. Так, здесь, значит, один блок отступается, здесь по три пойдем. Здесь также три. Крипер. Вот с крипера еда, жаль, не выпадет. Так, кто с него выпадет? У меня лопата кончилась. Порох. Немного совсем еды я добыл, блин. Так, валим быстро, быстро. Единственное, чем как-то полезные, это то, что они могут, они обороны отлично служат. Так, яйцо. Ой, ой, у меня цыпленок появился. Все, выращиваем его. Я короче, курица. Я просто кинул яйцо. Так, топор убрал. Это уже хорошо. Так, пошли спать, потому что там нас окружают очень жестко. Да. Голодный, иду спать. Я сплю, меня ничего не волнует. Что, я сплю. Надо блоки не сломать. Я сплю, давай. Подожди, иду, я бежать не могу, у меня еды. Откуда здесь ведьма? Давай шустрей. Да. Так, а у меня цветочки есть? Вечернее утро. Отлично. Где-то тут ведьма есть. На улице. Кто-то косями гремит. О, ведьма на улице. Надо убить ведьму. Позволь-то мне. Кости. Уже костная мука есть. О, слушай, а если циклопа туда спровоцировать на кактус побежать? Побежится? Я хочу его как-нибудь по-тупому ушатать. А где ведьма? Так, ведьму я сам загашу. А, паук, смотри, у тебя паук. Ладно, продолжаем тогда работать. Но тебе не надо, идет с топора случайно? Истрачен посох. Короче, посохом бить ведьму была идея плохая, я только весь его истратил. А, он, кстати, не пропадает, его можно будет заряжать глазами Эндера. Но их сэкономим пока лучше. И нам они понадобятся сильно, глаза Эндера. Так, циклоп, не надо на меня так смотреть. Я циклопов не бил. Зато я его обидел чем-то, видимо. Когда ты постоянно обижаешь их. Отлично, у меня питомец. Классно, у меня питомец есть домашний. У меня домашний цыпленок есть. Это прекрасно. Ты меня никогда не приплюнешь. Так. Паук.
наверху. У меня на доме висит. Жаль, не достать мне до него. С балкона, наверное, только достать могу. Впечатляющая коллекция. Всего две трофеи, всего два. Надо продолжать это будет дело. Потом... Да что ж такое? Только блоками можно это дело исправить, оп, что ли? Оп, оп, оп. Оп, кончилось. У нас еще есть ресурсы. Да. А, стоп, там по три... А, нет, так, здесь три. Вот так, все, великолепно. Отлично, есть баранина. А еще есть зелье исцеления у меня. Так, сумеречный посох пусть, короче, лежит. Может пригодится. Может заряжу все-таки его. Ну, вообще, надо, по идее, потом, когда в край сходим, там можно будет вообще этих эндеров нафармить жестко. Да, только если они нас сами не убьют. А они-то больше не только нас. Ну, вообще, я знаю, как сделать так, чтобы они тебя не убили. Как? Раньше времени. Ну, можно сделать фармилку, даже небольшую. Это как? Ну, ты высотой в два блока делаешь навес, а не три блока, ты под навес, а они не могут тебя достать. Ну да. Во, смотри. А-а-а, понятно. Получается кое-что, по чуть-чуть. Надо топор, у тебя топора не найдется, а то у меня вообще нет топора. Нет, нет, я, похоже, просрал его в сумеречном лесу. А ты не можешь скрафтить случайно? На свое собственное железо, причем. Нам надо разбирать больше все это все дело здесь. Блин, хотел изначально теплицу в этом месте делать, рядом у тебя есть железо? Ну, что-то я... У меня не знаю, сходи, посмотри. Но я сделал теплицу возле твоего дома. Да. Но кактусы ты точно должен будешь убрать. Ну и сейчас они должны прорастать, чтобы зеленый краситель был. Надо за это время. И в следующий раз ты их посадишь возле своего дома. Я тебе не разрешал тут кактусы вообще садить. Откуда у тебя золотой сундук тут? Вообще-то это мой золотой сундук так-то. Прикольно. Ну я же говорю. О, кактусы начали прорастать. Смотри, смотри, уже начинают прорастать. Короче, я думаю, надо... Ну что, 4 штуки только начали расти. Короче, я думаю, в пещеру какую-нибудь сходить. Ну, сходи пока. Покопай каких-нибудь ресурсов. У тебя лопаты нету, да? Нет. С топором. Жалко. Сейчас все это затухнет тут нафиг. Надо разобрать сейчас всю эту старую постройку и заново будет перестроить на складе там. Ну, чтобы зато хоть рядом с этим, с карьером будет находиться склад. Короче, я хотел ротаров поубивать в этой пещере, но так и не дошло до этого. Надо ты поискать... хочешь ротаров ради из этих... О, реалмит я нашел. Вот реалмит мне очень нужен. И тут даже не 4, тут 5. Повезло, повезло. Главное не просрать. У меня реалмитовая кирка до сих пор держится. Мне до сих пор держится реалмитовая кирка. Ну да, ты в отличие от меня ее не просрал. А ведь могла... Только там еще зачарено, плюс у меня ее зачаровался. Молодец, я заметил. Мне доводилось подержать ее в руках, пока мы боролись с личем. Подержать в руках? Ну да. Ладно, здесь факела забираю назад. Больше тут делать нечего. Тут есть изумруды. Я не знаю, нужны ли нам изумруды. Ими можно жителями торговаться, но жители...
Не сильно так годное предлагают. Скоро будем торговать. Не переживай. Надо здесь просто... Торговать или торговаться? Торговаться с жителями. А. Ты и Ферн, тащи все, что есть. Мало достойного предлагают. На новых версиях они там как-то прокачаны, но... Мы пока еще не перешли. Да. Вот пройдем этот летсплей, может быть, на новую версию, на новой сборке. Да. Тусануться. Можно было бы, кстати, как-нибудь вообще замутить. О, я золото нашел. Что замутить? Этот. Вообще без модов на какой-нибудь самой новой версии и в режиме хардкорчика снять. Посмотреть, сколько бы мы серии продержались. Две. Ну нет, вряд ли две. Мы не во второй же серии-то сдохли. Ну сдох я первый, на самом деле. Да. Я сдох по тупости. О, вообще, золото тут не так уж и мало. Золото нам надо будет для сундучков. Да, у меня будет еще один золотой сундук. У меня будет, а не у тебя. Нифига ты мощный. Размечтался. Я собрал это золото, а не ты. Нашел. Я свое золото собираю. Так, о, земля. Точно, я вспомнил, что хотел закопать. О, еще железо. Здесь закапываем. Наконец-то я смогу сделать себе новую реалмитовую кирку. Так, надо которую заборовать. Я потерял в этой пещере, как раз таки упав в лаву. О, я нашел лазурит. 13 штук. Вот лазурит нам нужен. Прикольно. Вот лазурит нам очень нужен, чтобы теплицу достроить с ресурсами. Хорошо, как прикажешь. О, кактус прорастает. Как прикажешь. Кактусы хоть растут, уже радует меня. Это что? А, изумруд, я уже думал, алмаз. Размечтался. Надеюсь, что алмазы. О, еще реалмит, отлично. Блин, вода. А, блин, тут лава. Так, надо две палки. Нет, нет, стой, стой, нет! Что случилось? Да, короче, я прокопал вниз, и там была лава. Туда утекла вода, и, к сожалению, по этой воде кусок реалмитовой руды укатился прям в лаву. Я не успел поймать его. Жаль, нету ведра с собой. Вот здесь, может быть, могут быть алмазы. Надо пошариться в этом месте, то есть побольше. Ну, пошарься. Кто тебе не мешает? Согласен, никто. Еще вопрос есть? Нет. Все, свободен. Вот я уже свободен, все. Да. Железа много в этой пещере. О, реалмитовая руда. Жаль, только у меня нет ведра с водой, чтобы лаву эту загасить. И блок. Засыпать блоками можно, например. Да, так у меня блоков ограниченное количество. Надо накопать булыжника. Ой, как они заколебали меня эти. Они орут и орут. Кто? Да циклопы. А, ну да. Их у нас слишком много спавнится. Я их не остановить. Жалко, на них ферму никак нельзя построить спокойно, чтобы качалку на золоте сделать. Точнее, качалку золота. Я вот что хочу сделать. У меня дерево. А, у меня нету дерева с собой. Так, я мог бы сделать верстак и это. Заливать водой лаву. Так, вот эту руду я скопаю. А, нет. Наверное. Так, я здесь. Я хочу вот что сделать. Я поставлю здесь точку. По-моему, эта руда не копается железной киркой. Ее реалмитами можно скопать. Ура, все, так. Точка 2. Ставлю здесь точку. И телепортируюсь домой, чтобы это. Там, я так понимаю, ночь сейчас. Да. Да. Чтобы расплавить реалмитовую руду и сделать себе новую кирку. Здорово, цыпленок.
Очень рад тебя видеть. Плавим реалнитовую руду и кладем еще угля. Раз. Так, из того сундука надо всю землю собрать. Так, два. Сюда олово собрать, сюда олово. Угля так, не хватает на эти печки. Земля, земля, земля. Так. Мне нужны резные 4. Кирпичи. Так, 4 даже уже. Так, делаем. Так, резные. Кирку. Да. Отлично, у меня реалмитовая кирка есть. Это очень-очень радует. Каменный кирпич. Шерсть, блин. Каменный в золотом кирпич. Сундуке уже кончается место. Надо еще один золотой сундук сделать. Так, ладно. Здесь что-нибудь есть? У меня есть резного. Нету. Здесь у меня есть. О, здесь у меня тоже есть. Все, сейчас пол буду делать. Оп, я посплю, пожалуй, схожу. Я тоже. Ну, я пока на третий этаж сейчас поднимусь, погоди. Да. Когда руки дойдут лестницу перестроить на нормальную, я не понимаю. Ну, я не знаю, это что решай. Все, спим, спим. Да. Надо будет как-то здесь все перестроить, достроить этот дом. Дом пора достраивать. Так, мне нужно... Ну, а кактусы почти подросли, смотри. Еще они на один блок должны вылезти. Да, вот вверх. Как только вырастут, ты их должен будешь убрать отсюда и перенести. Я их уберу, я их потом буду размножать в другом месте здесь. Да, я поэтому сказал, возле моего дома не надо их, они бесят меня. Бесят они его, смотрите. Ну да. Смотрите его. Так, потрескавшиеся. Потрескавшиеся кирпичи. Боже, эти циклопы меня уже бесить начинают очень сильно. Циклопы, циклопы, бесят они меня. Ну да. Спавнится у нас бесконечно. Где сундук? Вот он. Такс. Мне нужно 8 золотых слитков. Надо сделать себе еще один золотой сундук. У меня нету, можешь не искать. У меня есть, я золото ж в пещере нашел. Молодец, поздравляю тебя. И на сундук точно хватит. Еще один слиток. Вот вроде склад должен нормально красиво получиться. Слушай, как делать потрескавшиеся каменные кирпичи, ты не знаешь? Потрескавшиеся каменные кирпичи? А они, да. А их можно вообще сделать? Да, вроде... По-моему, их только найти можно. А зачем тебе они вообще нужны? Пол делаю. А почему из них? Именно? Ну, мне нравится, как дизайн получается. А мне не нравится. А мне нравится. Так, что у нас здесь есть? Так. Четко вообще. Раз, два, три. А, блин. Ой, палочки вылетели. Палочки раз, у него вылетели. Оп, топорик. Так, так, это вот так, это вот так. Вот так. Вообще все великолепно просто. Так, здесь что у нас? Камень. Жарится. Отлично, у меня это теперь все. Два золотых сундука. Поскольку у меня теперь... Рад за тебя. Я могу вернуться в пещеру снова. Продолжить там что-то искать. Эта точка больше не нужна. Блин. Я возвращаюсь себе домой. Я надо ведро сделать. Для воды. Ну, я тебе могу дать, конечно, ведро, но... Да, у меня у самого, по-моему, оно есть. Ну, тебе не дам. А, так. У меня есть готовое ведро с водой, отлично. Я могу затушить, я могу тушить лаву. Молодец.
А, точно, я вспомнил, зачем ходил, за каменными кирпичами. Во. Да. Так. Вот каменные кирпичи есть. Где-то еще я видел каменные кирпичи, у меня валяются. А, вот они еще есть, каменные кирпичи. Это мне не надо, это мне тоже не надо. Ступеньки пусть будут у меня. Не, попозже. Полированный андезит пусть будет. Надо будет ресурс куда-то прикладывать здесь. Надо вибрация здесь будет скоро. Вибрация будет скоро? Какая вибрация? Да в сундуках разбирать надо все. А, разбирать, я думал, какая вибрация. Кошмар, о чем ты думаешь? Какую-то там вибрацию собрался делать. Я сейчас только что копанул под себя, но мне повезло. Но лучше этого да. не делать. Ничему человек по жизни учит. Не копай под себя. Да, да, хорошо. И откиснет опять сейчас. Так. Во, великолепно. Теперь сундучки берем, расставляем. Так, здесь я изначально вот так рассчитывал, да? Да, здесь я все верно рассчитал. Под сундуки. Здесь потом получается. Вот так сундук встает. Вот так, вот так. Буква Зю, он не встает уже. Все, беда. Буква Зю, блин. Что это еще за буква Зю, блин? Просчет возник опять. Что ж ты будешь делать? Чё ж я такой меткий-то, а? Надо было еще на один блок дальше делать, да? Так там типа встало, может. Так, я тут. Я много руды хорошей нашел, но не нашел алмазов. Ой! О! Я только заговорил про алмазы, я нашел алмаз, ты прикинь. Угу. Чувак, я нашел алмаз. Я не чувак. О, даже не один. А, извини, я забыл, что тебе не нравится то слово. Блин, два алмаза всего. Ну, по крайней мере, ну, на меч хватит. На меч хватит. О, еще лазурит. Ладно, да. Лазурит еще есть. Лазурит накапывает лучше еще. Так, сундуки. А, блин, я куда-то мимо иду. Лишь разбирать пошел склад старый. Опа. Башню, хорошо, что не под себя сейчас копануло. Тут лава была. Блин, железо сгорело в лаве. Блин, опять ресурсы еще под эту какие-то. Оу. Оу. Да тут, блин, надо будет разбирать сейчас скоро уже. Все подряд разбирать будем. Это еще есть сундуки у меня, по-моему. Там в сундуке. Вот некоторые уже начинают на третий уровень выкапываться. Скоро будем собирать кактусы. Скоро, совсем скоро мы станем силой обладателями зеленого красителя. Опа. Совсем так, скоро мы станем дуба. Силой, блин. Че, нет больше забора стенного дуба? Ладно, дальше накопаем. Так, еще золото. Редстоун копать не буду, у нас и так редстоуна дофигища. Мало. Хотя ладно, да шучу. У нас, да, его много. Ой, что-то немножко. То что за звуки такие были? Вот ротаров бы найти. Раньше ты их боялся, сейчас такой, вот бы их сейчас найти, а? Да я давно их уже не боюсь, у них алмазы упадают. Главное не драться с ними возле лавы. Тоже верное на карте решение. Их вообще не наблюдаю я. Не наблюдаются, да? Ну что, скоро будут наблюдаться они у тебя. Так, скоро. Сейчас только чуть-чуть времени пройдет, они у тебя найдутся все махом. Ну-ну. Так, может ладно, быть. Сейчас вот так вот проставлю, чтобы было на что сундуки можно было опереть. Там что-то есть, надо туда сходить. Вот так получается, да? Еще вот так. Ага, ну на один блок всего лишь сюда вытащиться надо, да? А на два. Тут что-то есть, нет. Надо тут тоже копать. Это кто такие звуки издает? Вопрос интересный, сходи проверь. Как будто ребенок какой-то здесь.
Не может быть такого. Или на звуки обезьянки похожи, если честно. Это кто такие звуки? Это кто? О, я двух ротаров на карте вижу. Надо попробовать поубивать их. Надо к ним наведаться, да? А, это звуки ротара как раз таки, по-моему. Наверное. Опа! Ротар упал прямо на меня. Нормальное такое появление. А тут где-то рядом есть еще один. Так. Блин, ротар он пытается подойти ко мне, но не очень-то у него получается. Рано или поздно у него это получится. Ай, больно бьется. Один раз ты всего лишь, ты подумаешь, один раз не больно. О, с него один алмаз выпал. А, вот что это звуки такие издает. И что же это издает такие звуки? Какая-то птичка, возле которой... Рейнабур, я так понимаю. Я так понимаю, это агрессивный моб. Пытаюсь его убить, но он вреда мне пока еще не принес до сих пор. Но вокруг него разноцветные хрени. А ты случайно не такой пестрый, который? Пестрый, да. С него выпал какой-то красный камень здоровья какой-то выпал. Прикольно. О, тут еще золото есть. Ага, все, вон как. Ага, все, мы вас поняли, как делать, все. Мы разобрались. Короче, надо. Тут на карте еще один ротар есть. Его, может его попробовать тоже убить. Ну попробуй, рискни здоровьем. Да, здоровье это. Кстати, здоровье надо пожрать. Кстати, здоровье. Нормально так у тебя. Конечно, здоровье. Подумать надо. Здоровье себе, естественно, надо же пополнять. О, вот он, еще один ротар. Только у меня меч скоро может закончиться, кстати. Так, если по 3 попробовать. По 3. А, 4. Отлично, я его убил, еще один алмаз с него выпал. Великолепно. На карте есть еще два ротара. Люто. Как думаешь, стоит ли мне идти на риск к ним или нет? Ну не знаю, сходи, попробуй. Так, я так понимаю, они наверху где-то шарятся. Так, да, они наверху. У меня, кстати, меч заканчивается. Надо. Я слышу его. Он где-то рядом. Ротар этот. Сколько уже серия длится у нас? 33 минуты, надо скоро. Я сейчас ротара попробую этого убить, и надо закончить будет. Выпуск. Да. Ротар так, сверху, я так понимаю, выше, надо. Да. Надо еще предусмотреть вот что. Надо, чтобы этот не закончился меч в неподходящий момент. Опа, вот он. Вот он, а я не готов драться. Подождите. Нормально. Угадали они с моментом, конечно. Есть. О, с него два алмаза выпало. Ничего себе, у меня уже 6 алмазов. И тут где-то рядом. Молодец. Есть еще ротар. Так. Здесь еще зомби. Я его слышу. О, он ко мне идет. Он ко мне идет, а у меня меч скоро сломается. Раз, два, три. Фух! О, ровно блин. Хватило, отлично. С него не выпало ничего, жаль. Ладно, ставлю тут точку номер 3. И пока... Точка 3. И возвращаюсь домой.
Я много полезного раздобыл. Я целых 6 алмазов добыл. Намного хватит. Молодец. Кирку алмазную делать не буду, потому что реалмитовая, а кирка заменяет ее прекрасно. Ой, зачем я начал их делать? Я делаю, и мне меч надо алмазный сделать. Так. Вот, отлично. Так. Все, это есть. Так, это на плавку. Алмазы в сундук. Железо. Дождь пошел. Ну и от, ну и пускай. А, это камень здоровья. Что с ним надо сделать? Вопрос интересный. Не знаю, здесь что можно с ним сделать, но тем не менее. Пускай. Ладно, давайте на этом закончим серию. Так, лазурит тоже в сундук. Неплохой поход в пещеру получился. Я добыл целых 6 алмазов. Это довольно-таки неплохо. 2 из них в виде руды и еще 4 из ротаров. Лазурит из ротара? И алмазы лазурита. Mm. Или я лазурита случайно сказал? Ты сказал лазурит. Ладно, ошибся. Ну, лазурита 46 штук я добыл. Уже хорошо. Да. Так что, надо быстрее утеплю сюда делать. На эпичные видосы, подписывайтесь на стримский канал, влоговый канал, свадьба ВКонтакте. И всем пока. Пока.